не заменил, потому что травму получил Портняги. И все-таки боялся делать вторую замену сразу, потому что еще было много времени. У нас Черлука перед игрой был под вопросом по поводу мышечной травмы. И то же самое под вопросом был Фернандеш, поэтому я боялся. А потом уже, что, надо было рисковать. Но второй тайм я доволен, характер проявили. Играли в активный такой боевой футбол. А первый тайм, три матча, которые мы играем по одному тайму, это второму. Спартаком второй, в Ростове второй, здесь второй. Ну, с Уфой сложно, наверное, сказать. Наверное, тоже второй был лучше. А первый тайм не получается у нас совсем. Уж очень пассивно мы ведем себя в этих играх. Я думаю, это чисто такой психологический момент. Хочется разыграть доверного, хочется мяч не потерять. Риска очень мало, отсюда и такие таймы. А команды пока свежие, они успевают назад отходить большим количеством. И нам эти ситуации, конечно, тяжело пройти. Хотя в первом тайме... Два хороших момента были. И, конечно, Хенди чуть лучше мастерства побольше, он, конечно, должен был забивать это. Но как такие мячи не забивать? Или Портнягин, прострелы 3 или 4 летят. Ну, упади немножко, подкати как-то. Агрессивности явно не хватает. А после перерыва всегда лучше идет.